Так, блять, мне вот эти вот лодочки очень интересуют, но... Бля. Да бля. Отсюда до них не добить. Бля, да что ж такое-то, а? Блять, что-то Халка, сука, сбилась, блять. Все через жопу, блять. Ладно. Так, а где эта машина? Кролиная нора, блять, что тут у нас? Бля, просто сеть под бункером, нахуй. Ну-ка, подожди, а вот это что за хуйня? Вот это вот. Что это такое? Да нахуй. Готов, чувак. Бля, у тебя надо какая. А, сука, блядь, заебали эти лодки. Нахуй. Так это чё? Еще одна, да? А? Че, сколько еще? Еще одно. Моей лодке тоже, конечно, желательно было бы ебануть. Так, теперь надо вот эту тарелку хуячную. Бля, сначала хочу лодки уничтожить. И как мне это уничтожить? Тоже с помощью заряда, да? Еще и два снайпера, блядь. Жестко, жестко.
Ну ладно. Это последний, да, был? Еще один танк, ебать. Панзер третий. Крутые какие-то. Все очень тяжело сейчас будет. Ебать, ты посмотри, сколько их. Заебись, да? Зато какая цепная реакция была, ебать, да? Блядь. Куда ты, мудак? Ты мудак! Ты что делаешь, блядь? Так, этого сразу. Танк обездвизился. Готов. Тоже готов. Готов. Ну как СС-овцы отлетают, да? Тупо по кайфу. А это кто такой? А, это ракетник ёбаный. Стрелка тоже убить нахуй. И того стрелка тоже убить. Без стрелка-то и водитель, они не так уж и страшны, танки эти, да? Чуваки. Паскуда. Оп, твою мать, серьезно? Ты это хуя очень, да? Еще там один.
Да хуйня, сейчас перешмоля, блядь, еще тут и. Пизда, тут целый, блядь. Целая армия, нахуй. Что ты делаешь, блядь? Ты заебал, нахуй. Блять, откуда они берутся-то, блядь? А, это со взором на жопой, блядь. Ладно, давай пехотинцев истреблять. Готов, чувак. Этого. Бля, что-то в натуре много, но. Ладно, это вообще минусанем. Так. Теперь он тех. Бля, там еще новые появились. Блять, я тут. Я не знаю, как этого бить нам. Блять, ну пиздец. Не надо этого делать, не надо. Так, стрелка нахуй. А чё, у них рули добыли во Вторую мировую за место рычагов, да? Блять, я не знал. Так, ладно. Этого тоже на тот свет. Да, позиция охуенная просто, блядь. Чётенькая. Выстрел классно. Блять, это что-то. Тихо. Еще не все куда-то вырастет. Еще дохуя. Бля, нахуй ты вот этого пометил? Этого тоже. Убить. Блять, куда? А, бля, там еще один, ёбаный. Ты, бля, ебанутый. Так, убит. Убит. Опять уже опыт по 240 дают, блядь. За одни хеды. Вижу. Готов. Ну. О, блядь, орел, привет. Тоже уничтожить.
А чё там? Сука, где они, блядь? Ладно, давай пошраёмся по провизии. У меня патрон мало осталось. Это мне очень пригодится. Так, а это у нас там еще даже не сам Кеслер, ёбаный рот. Короче, на 4 серии миссия. Все чисто. Блядь, что за хуйня? Зря ты голову поднял, блядь. Зажечь Так, тут что-то надо найти. А что тут найти-то? А, там еще, кстати, да, танк. Ну-ка, куда я иду? Не, мне пока сюда не надо. Кеслера я на потом оставлю тогда, ладно. Сюда я вернусь позже, я сюда пойду сейчас, мне тут надо разобраться, блядь. Надо все сделать четенько. Да. Кимперсона залутать тоже надо. Больше ничего не найти. Но этот не заминировал после себя ничего. Молодец, блядь. Ты бы взорвался нахуй. И был бы зол потом на него. Вот кто такие? Пошли. Вон этот завод сейчас весь, блядь, раком поставить. Бля, это хуёв, что сюда идешь. Странно, а почему не показывает?
Ага. Так, и где? Я не вижу их. Ну, показываю, что где-то здесь, а где, блядь? Черт узнает. А, понял. Ракетные боеголовки. Так вот, что замышляют немцы. Очевидно, перед отправкой в Алагру Кеслер настраивает систему наведения. Но сколько оружия уже отправлено? Хуй его знает. Вот, блядь, почему в голову не попадает? Вот в чем вопрос. Ебись ему, конём. Не срабатывает. Так, этого минусанул, хуй с ним, ладно. Поставил. Это мне очень пригодится. Нам пусть они разбегутся. Сейчас, подожди, стучит, приду. Так, я здесь. Чуть дохуя их здесь, да? Бля, чё ж им такое кинули, бля? Ну ты зачем? Заебись. Ладно, похуй, так и стреляем. Заебал этим приколом уже. Готов. А, вот он, блядь. Ну иди сюда. Так, я остался, блядь, еще один лежит. Готов. Блядь, не попасть. Да нахуй ты перелазишь все время, блядь, олень. Готов. Хоть спрятаться, иди сюда. Да, ну видишь, папуш тоже иногда нужно.
все, в принципе, всех убил, но похуй. Моя совесть чиста. Так, дальше. Вот это миссия интересная, пиздец, и техники много вражеской. Вот так и надо заинтересовывать. А то, блин, какие-то деревни ебучие. Еще что-то. Когда начнешь лучше? Ну-ка, что это? Коллекцион, короче. Там мастерская какая-то. Хоть трупов тут, блядь. Давай сначала сюда сходим. Что это такое-то? Еще на третий этаж можно подняться. Угу. Так, что-то забрал. Можем чинить, да? Тут еще что-то есть, сука. Да. Нейтрализуйте объект. Это с комната какая-то. Нихуя себе. Блять, прям надо мной находится, блядь. Готов, чувак. Бля, где-то с той стороны. А, ладно. Долго это все. Подойду так, ёбну потом. Так, пожитка это вещь нужная. Они сами вышли вот. Пусть посуетятся, а чё нет? Чем на лафе что ли дано сюда играть? Нихуя, нахуй эти помещения вообще-то нужны. Если тут ничего нету. Какой смысл? Где логика, блядь? Просто так? Не нахуй. Что у тебя есть, Вася? Тут больше ничего нет. Больше ничего нету. Так, а тут чем? Так. Так, где эта хуйня? Блять, чё надо уничтожить-то, блять? Блять, он где-то наверху, сука. Как туда попасть?
Ну а через ту хуйню нельзя попасть? Блять, можно, должно, нет, блядь. Вот лестница есть. И чё? Она не ведет никуда. Бля, как туда попасть-то? А чё надо уничтожить? Уничтожить ртутные выпрям... А, понял. Не прочитал, просто не понял. Давай. Это я всегда, пожалуйста. Все. Больше ничего. Так, а что дальше-то? Дальше-то чем? Уничтожим орудие, наверное, да? И танки оставшиеся. И все, в принципе, заебись. Хотя нет. Так, тут тоже ничего нету. Сейчас он взорвется до конца. Да, никого нет, я всех убил. Кажется, собрал тут все полезное. Лодки остались только. Ебучие. Ну до них сейчас доберемся. И орудие последнее. Ну еще дура он там. До танка-то можно добраться-то? Вот надо мне как-то лодочку уничтожить. Просто по приколу. Это же можно сделать? По приколу. Надо встать. Вот там танк стоит, и два снайпера там подохло. И я думаю, что их можно как-то залутать, поэтому можно даже до туда как-то попытаться добраться. Правильно, должно же быть какой-то способ, блядь. О, еще одна хуйня. Можно гранатами проверить. Бля, хотя мне, сука, неохота умирать, блядь. Вдруг где-то будет какая-то очень скрытная мина, которая обязательно... А, не, нету. Тем более хорошо. Ёб твою мать, нету, блядь. Конечно, есть.
Кто ж знал, что такая подлянка, сука, будет. Ладно. Что уж теперь? Все что? И где ты? Вот я не вижу. А видите? Я нет. Значит, я гранату кидаю. По сути, все. Так, а вот тут уже можно сейчас попробовать выебать наши катеры. Должно получиться, да? Я хочу убить. Это моя мечта, сука. Уничтожить катеры. В ракету надо попасть, и все заебись будет. Так, он едет, короче. Сука. Блять, что за хуйня? Ну что за хуйня? Блять. Просто пиздец. Не могу попасть и все, сука, блять, в эти катеры. Хоть бейся, блять. Бля, к ним хуй, да больше нигде не подойдешь. Ну, серия займет 40 с чем-то минут, да и хуй с ней. Все равно это финал, мне кажется, уже. А финал можно длинным сделать. Так, едет. Готовимся. Да блять, что ж ты, сука? Твою мать. Наугад, нахуй. Блять, не могу отсюда попасть, сука, не хватает мне. Крестик падает вниз самый. Блять, ладно, сейчас. Можно же повыше как-то забраться-то, блять, должна какая-то высокая точка быть, ёб твою мать. На самом деле. Вот тут танк вот есть. Как к танку пробраться, ну? Как-то же можно. А может и хуй забить на эти лодки? Нахуй нужно, чё? А чё они? Кататься, да пусть катаются. Пусть думают, что это их счастливый день, но. Они катаются. Что я до них не доберусь, типа, блядь. Хотя вот я не могу вот просто так взять... О, можно все-таки до танка добраться, да? Не, нихуя надо. Кемпер, да? Ну все собрал, да. Сейчас попробую кемперов, тьфу, блядь, лодочников разъебать. Есть у меня одна мысля, откуда их можно выцепить. Бля, вот этих вон теперь золота. А чё у них все равно усесаться, все равно ничего не попадается. Вон там какие-то амуниции какие-то лежит. Все пригодится. Вон с этого бункера еще попробую въебать. Должно выйти. Хотя вот я пробовал, уже не получится. Вот надо отсюда.
пониженному, да, спуститься. А, блядь, тут хуёвый обзор, сука. Блядь, далеко дюжи. Ну отсюда можно попасть, да, ладно. Хуйся, давай тогда дыхалку. А вон еще одна. Сука. Лодочный тир, блядь. Ну, Куляш, может, ты, блядь, так быстрее эту шкалу заполнишь? Ну, давай. Ща дыхалку на минимум сделаю. Блядь, и не уплывает, сука. Так. Ты отсюда заебись сейчас, блядь. Блядь, далеко дюжина. Ну и как тут, блядь? Блядь, посудина ебаная, сука. Блядь, ну если начал, надо хули, надо брать. Давай, 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 давай. Блять. Козел ебаный, а, сука. Блять. Ты чё за хуйня-то, серьезно? Блять, да что такое в натуре? Блять, их можно вообще убить? Их же можно. Блять, да что за хуйня-то, а? Ну не могу я, блять, попасть. Ну сука, не могу и все. Блять, хоть ты убейся, на. Хули они не агрятся, сука. Блять, сука. В рот ебал их нахуй. Короче, пошли нахуй ебать, пизду, блять. Так я на них час потрачу, нахуй. Хуй с ним, пусть живут, блять. Давай, сука, чё у тебя там есть? Пошли нахуй, блять. Нихуя не могу попасть, сука. Ничего. У меня снайперка уебищная, она только на 300 метров берет. А, нахуй, у тебя ничего нету. Пойдем за кесарем, короче, все. И так уже серия почти 50 минут идет. Я иду. Уже превысил лимит она. Вот раньше я мог по 50 серий записывать, а сейчас только по 30 надо. Ну, по 40, по 30. 40 это крайний случай. А 50 это уже пиздец какой крайний. Ну, это большая серия. Ну, кто будет смотреть большую серию 50 минут? Ну, смотря кого, в принципе. Нормальных пацанов-то смотрят всегда, да. Так, где этот шлифин ебучий? Ну, ну он в бункере сидит, а хули, где ему еще быть-то? Ну, тут надо, блядь. Андреас Кеслер. Кто ты такой, черт возьми? Ты пойдешь со мной. Что происходит? Я перешел на сторону врага?
УСС считает, что вы представляете ценность. Надеюсь, они правы. Пошли, короче. Подъем, подъем. Осторожно, профессор. Ты его в кабину лучше засунул бы, а то он съебается еще из кузова. Получи достижение. Никогда, никогда, никогда не сдавайся. Ну, это все, в принципе. Все документы нашел. Офицер чаще за охрану убийцы. Немецкий корабельное орудие уничтожен. Центр дешифровки разрушился. Документы с разведсводкой получены. Горите лодки. Да не попало нахуй по лодкам, ёпт. Так, вот и все, в принципе. Ладно, что, чуваки, короче. Всем спасибо, кто смотрел, всем пока. А продолжим. Выше, ваше следующее задание. Особняк Джови Фьорини. Это уже завтра, короче. Вот, все. Мы прошли. Я не знаю, финал это или не финал. Партизаны начали масштабное наступление на местонацистский броневой СС. Ладно, короче, всем пока.